разумеется, Амин Кулфери, и сегодня я вместе со своим папой. Привет, друзья, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Ну, а если точнее, будем продолжать наше мега-супер-дупер-пуперское выживание. Подожди, Артём, посмотри, какую ты, какую я сделал, вернее, дорогу до следующей деревни. Это я прям нашел, вообще жестко. Я нашел самую ближнюю деревню, пока Артём искал древнюю руду, или как она называется, в аду. В аду. Как она называется, да? Незерит, вот. Да, из чего делают незерит? Да. Так, и еще я лазил просто по обыкновенной шахте, там, где мы были, добывал золото, железо, ну, из чего было делать рельсы. Ну, давай это потом покажем, а сначала посмотрим, что ты нашел в пещере. Короче, пойдем за мной, погнали туда, в ад. А, подожди. Что? Про лам потом расскажем. Да, пролом, конечно. Да, все, ребята, сейчас ждите. Сейчас нужно самое важное рассказать. Давай, рассказывай. Я копал... Ты где тут? Я вот сзади тебя. Где? Да вот сзади, смотрю прямо на тебя. Ты невидимый. Я как невидимый? Тебя здесь нет, посмотри. Давай, на мой экран. Ударил тебя? Тебя здесь нету. Я тебя не бью? Ты меня бьешь, но тебя здесь нету. Подожди, давай я, наверное, выйду. И опять зайду, это глюк какой-то экрана, да? Все, видишь? О, да, все, привет. Давай, показывай. Короче, смотри. Я копал на одном уровне. Первая пещера. Вторая пещера. Это полосочки, да, ребята. Да, да. Это он делал четвертая, полосочки. Четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Ну все, их всего 9 было. И только потом я понял, что нужно копаться на нижней высоте и уже начал строиться вниз. А короче, какой уровень? Расскажи, может, от 8 до 22. Я, короче... вот. О, кстати, про вот это. Я копаюсь, а здесь прям полнейшее озеро лавы. Вот прям полное. Чтобы это хоть как-то обозначить, чтобы я потом не начал копать, я, короче, здесь все песком позалаживал. Я прям копаюсь, а здесь здоровеннейшее озерище лавы. Короче, вот самородочки. Давай их сейчас добудем. И вот эту вот штуку тоже надо добывать. Ну, добывай. Я ее добывал, ребята. У нас их куча целая. Но, блин, с них блоки красивые. Я посмотрел, как Артём делает фонтан. В хардкоре. В хардкоре, да. И подумал, что, блин, их надо добывать. Я их тоже добывал целую кучу. И у нас сейчас, наверное, тоже рядом с деревней какой-нибудь... Сделаю крутой фонтанчик. Короче, смотри дальше. Спускаемся. Вот, спустились, да? Спустились. Ага, вот самое дно. Да, не ломается. Да. Копал. Долго очень, прям очень долго копал. Вот в 5 блоков высоты копал. Потом поднялся, понял, что слишком низко, и начал копаться еще выше. Уже по 6 блоков. Копал и опа! Не зыри. А давай по одному сломаем. Только 2 давай, нашел? А? Чтобы у тебя опыт был и у меня. А теперь твоя очередь. О, осколки прошлого. У каждого, ребята, по одному кусочку. А мы из 2 кусочков, наверное, ничего не сделаем, кроме из меча, да? Из 2 кусочков? Нет, чего? Тут же смотри, если у тебя уже есть что-то алмазное, ты делаешь один слиток, этот один слиток совмещаешь с чем-то алмазным, и у тебя уже получается что-то готовое. А я думал полностью из этого делать. Не-не-не, ты чего? Не, ну давай, короче, проверим. Здесь, получается, здесь больше у тебя ничего нету? Нет. Вон там еще сверху, видишь? Вот здесь вот еще сверху один туннельчик. Надо золото все подобывать. Потому что золото нам надо, ребята, для ускорения, напомню вам. Да, кстати, давай. Там лава. Вот там лава у меня была. Ага, идем туда. А я, ребята, сейчас покажу. Вот, золотишко, куча золотишка. Давайте добудем это золотишко. А чего ты не ломал? Ты, как я, хотел показать всем ребятам, где штука находится. Мне кажется, вот ломать самому это как-то, ну... Неинтересно, да? Да. Но я золото, ребята, сам нашел, потому что, ну, находил. Поверху ходил и там находил. Там, кстати, в аду очень много золота. Если да, вы хотите добыть золото, ну, блин, то... это самородочки. Из 9 самородочков только 1 слиток получается. Здесь свиньи ходят, хрюкают. Ну, свиней мы не и боимся. Не а, кстати, ребята, мы вам не рассказали. Первым делом мы что делали? Я, когда добывал алмазки, ходил. Первым делом мы делали Артему вот алмазную броньку. Посмотрите. Ну это, кстати, да. Мы... Вот, я полностью в алмазке. Только мы ее не зачаровали почему-то. Тебе надо зачаровать. Точно! Она же у меня еще не зачарованная. Потому что ты так быстро ее сломаешь. Давай зачаровывайся, а я посмотрю, как так, где лазурит? Лазурит. Кстати, надо бы еще, знаешь что?
Кирки наши зачаровать? Не, мне кажется, кирки зачаровывать не надо. А может на какую-нибудь прочность? Ну, в принципе, можно. Давай тогда. Ты весь лазурит забрал, да? Нет, там на втором этаже есть. А, о, все. Вторая эффективность, она вообще-то будет быстренько копать. Все, так, давай, а я ложусь спать. Как слиточки делать? Я спать ложусь. Подожди секунду, да, я посмотрю. А слиточки какие? Золотые ты хочешь? Нет, вот эти незеритовые. Незеритовые? Ой, я даже не знаю. Блин, наверное, просто положить. Это? Положи просто. А, нет? Его переплавить вообще надо. Вот. Да, 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 вот, сейчас подожди. Будет вот это. Я тоже тогда свой закину кусок. Так, получается этот лом. А лом мы ложим сюда и... А, там именно слиток должен быть. Там еще, кажется, золото само надо. Давай ложиться спать. А, мы еще кучу всего интересного не показали. Сейчас, все равно, сейчас мне кажется, будет, сейчас. Эти кусочки, они нам никак не помогут. Это очень мало. Блин, хоть наш лом хватит. Как его делать вообще? Так, все, я сплю. Ладно, утро, все, давай, мудренее. Давай, ходим давай. Итак, ребята, наступил новый день. Смотрите, давай объясним ребятам про лам. Где ты там делся? Да? Давай, стой. Пошли. А, ну да, он давай, давай, хорошо, давай тогда, давай. У нас куча лам. Вы не поверите, откуда они у нас штуки. Красивые такие. Смотри, три белых и одна коричневая. Короче, первые пришли к папе, когда он был на поверхности, а я там копался, первые пришли к нему. И вот этот торговец, он стал вот здесь вот, он то есть как-то сюда вот запрыгнул, залез напротив вот этих штучек. И получается он тут умер, остались одни ламы за забором стояли, я их быстренько привязал. Да, у меня получилось то же самое, но вот это прям вот сейчас перед видео именно было, мы уже запускать хотели, смотрю, о, ламы. Нифига себе, интересно, почему они здесь спавнятся? Я им, не знаю, наверное, ай, интересно. Кстати, еще ж папа козла притащил с гор. Да, козел, козел у нас самый красивый козел, и мы его нашли. О. Его нету. Как, козла нету? Не, слышу, вея было что-то. Подожди, он куда-то залез? Я по звуку слышу, что он здесь. А ты не открывал? Так здесь же невозможно открыть. Козел ушел. Вот он, козел. Все, тогда знаешь, что будем делать? Что мы делали? Теперь идем смотреть, где я ломал. Пойдем. А, давай, давай, пойдем давай, в мою давай. Пещеру, будем смотреть, где я ломал. О, всё. Видишь, как хорошо бежать? Вот я вот эту штучку, верхний слой проломал, видишь, как бежать легко да, стало? Да, вообще супер. Так, оп, 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 все. Все, ребятки, смотрите, сколько здесь я прокопал. Вот Артем там копал. О, моим способом. Да, твоим способом. Кстати, эффективны. Ну. Все, давай, заходим, ты в первую, я в вторую, и пошли ломать все, погнали. Что там найдем. Ничего о, не оставляй. Алмазики, алмазики. Потом подобьем, сколько у нас чего. Насобиралось здесь. Доходики наши. Вот как раз окупился мой поход в ад. Потому что я там три кирки алмазные прокекал. Вот уже все окупилось. Уже на три кирки насобирал. Я пока еще вот железо ломаю. Не, не на три, на две с половиной. Ну вот сейчас уже на три. Достаточно как бы... Ребята, это действенный способ. Во-первых, так копать, да? А во-вторых, ну, не тратить много силы. Все, ты этот ряд дошел? А? Ряд дошел этот? Да я дошел до самого конца, здесь еще какие-то ответвления от него пошли. Все, мы будем богатее, мы это все облутаем и пойдем, ребятки, мы там кое-что нашли. А, вы видели, может, рельсы? Короче, я пока в аду копался, спрашиваю, что ты там делаешь? Он мне говорит, ну, в шахте тут покопался, вот сейчас делаю штуку одну. Я такой, а что ты делаешь, что ты делаешь? Он не говорил, не говорил. Я потом уже в конце вышел, смотрю, а у него здесь дорога вот так, бум, напрямик прям. Мы же ребятам обещали построить эту дорогу, вот я ее построил. А, да, кстати. А, я сначала думал, знаешь, так вот строить по одному уровню и снизу все застраивать. И делать такие промежутки, чтобы по типу как мост. А потом подумал, что нифига не хватит нам. На пролом. Но там есть такие стрёмные места, которых я обкигался пока. Пока катился. Я, блин, думаю, там надо несколько, намного больше ускорителей поставить. Чтобы меньше страшнее было. Офигеть, вот это здесь залежи, конечно. И я смотрю, красные ты уже не ломаешь, да? Или ты мне ставил? Я тебе ставил, у меня места мало. Так, сейчас придем домой, будут подсчеты, подсчеты. Я вроде бы без алмазок шел сюда. Немного железа было. А, я нет, железа не было. Мы золото только собрали там. Опа, зои-то! Офигеть, оно прям между бедроками вот в этой дырочке заспаунилось там. В самой глубине между бедроками. Дай-ка, я хочу найти такое место, туда, куда именно залезешь и сверху бедрок. И по бокам, чтобы ты прям вообще никуда не вышел. Ладно, есть ты ищи, а я тогда пойду наверх, потому что я еще долго добираться. Тогда испытаем. А, подожди, а ты я уже выбраться не могу. В своих норках ты алмаз забирал? Я в своих норах забирал, да.
Тут железка была, я железка забрал и красные это штучки забирал. О, oh, yeah, купаться. Так, в лаве не купаться. Да я знаю, знаю. А, вот и золото кусочек. Все, я поднимаюсь наверх. А, я же топился. Точно. Все. Капец, смотри, у меня 11 алмазиков. 11 алмазиков и нечего. 11? Да, нечего. У меня 29. А где козел? Жалко козла. А вдруг я его найду? Подожди. Нужно пройтись. Вдруг он реально найдется. О, сколько у меня яиц сейчас тут будет. А, все, уже забито. Ну, короче, все, пойду по-нашему, покидаю курицу. Я кидал, на горе кидал, чтобы на горе было больше, и тогда нам яиц было больше. Просто там уже места нету. Блин, а! Почему у меня в руках этот какой-то туф? Не надо туф сюда мне. Яйчики. Так, и давай показывай. У меня это 11 алмазок. Вот это. 20 железок. Вот это. 14 железок. 14 незерит кварц. 50 лазурита. И целая куча красных горочек редстоуна. Капец. А, ну еще и вот золото. И плюс еще 33 кусочка теперь золота. Теперь ко всему этому подойду. Да, и переваривай. Короче, у нас здесь, я вижу, ну, стаков 6, может, редстоуна. 14 пойду кварца. Рудного золота 26, обычных слитков золота 7, незритовых ломтиков 2 штуки и 40 алмазов. 40! Надо идти быстро в ту деревню, которую я встретил, и попробовать торговать с ними чем-нибудь интересным, потому что у нас ресурсов... Разбойников туда надо! Давай спать! Я еще даже рельсы не провел туда, ребята. Новый день начался! Ура! Кстати, а почему ты не можешь ехать на вагонетке и вместе с этим перед собой просто ставить рельсы? Я так не умею делать. Это же быстрее нам. Давай, железка там наша все переплавилась? 9 штук. Всего лишь? Да. Давай ставь, заправляй побольше. Ставлю, ставлю. Так, мы все рассказали нашим подписчикам? Ну да. Так, рассказали, откуда у нас столько лам. А ну на них интересно, можно садиться, если у тебя есть седло? Садиться вроде бы нет. Но на них, я знаю, можно вешать сундучки. И в этих сундучках что-нибудь возить. Точно, перевозить можно. Это круто. Да. Так, нам надо на огород насобирать вот этих вот штучек с болота. О, подожди, курочки надо забрать. Блин, у меня столько места нету. Сейчас, ребята, мы, короче, сейчас все выложим. Ой, я убиваюсь от курицы из-за того, что их здесь много. И пойдем в другую деревню. Как? Смотри, еще мне написала Ивангула расплющен в лепешку. Я, короче, просто к курицам залез. Их там настолько много, что я просто умирал. Я добуду сейчас рыбы. Там у бабы Яги, которая там живет, как я уже рассказывал, да? Да. Живет рядом с нашей деревней. Есть черный кот. Вот его надо приручить. Он эту рыбу есть, лосося? Коты едят рыбу, но я не помню. Ну не жарить-то ему рыбу, он точно не скажет. Не, жарить точно нет. Все, я лосося насобирал. А у меня уже жареная. Я, короче, алмазным мечом, когда рубил, у меня она уже жареная получилась. Подожди, у меня же такой же меч, как у тебя. Нет. Блин, точно, жареный лосось. Печально. Дерево у нас нема, нужно нарубить. Я киркой рублю, чтобы у меня был сырой лосось. Кстати, киркой это вообще быстро. Тут бабам, бабам, бабам. Так, и что у нас есть сырой? Да, все, есть сырой лосось. Теперь я кота точно приручу. Так, ну что там с железком нашим? Отлично. Все готово? Делай на все железко, которое мы насобирали. Как там его называют? Это? Рельсы. Ты умеешь спавнить рельсы? Да, да, да. Дай-ка подожди, мне немножко железка скинь. Мне надо сделать энергорельсы другие. На энергорельсы. Палки остались у тебя? Да. А, ты сделал энерго? Обычные. Нет, так мне надо палки и железка, чтобы сделать несколько энергорельсов. А, лежеска? Вот лежеска. И там еще в этом, в плавильне. Энергорельсы надо вот так. О, все, точно. Без железки. Железка не надо. А я все на железке сделал. Так, все, 7 энергорельсов у нас есть. Скидывай давай. Давай я там поставлю. На, садись. А, ну да. Один и сейчас второй. А их прицепчиком нельзя делать? А-а. Все, погнали, вот, ребята. Вот, давай я заторможу чуть-чуть. Ты меня сейчас догонишь и будешь толкать меня. Я торможу. Да тебе не получится тормозить. Торможу.
Не, не получится, здесь не такое не работает, когда тебе скорость большая. Смотрите, нет, работает, ребята, видишь, ты же меня догоняешь. Смотрите, ребята, какая классная рельсина у меня. У меня в один уровень, у меня нету перепада выше-ниже. Там, правда, рядом с деревней пришлось опуститься пониже, потому что деревня на болоте находится. Но здесь очень страшно кататься ночью, это просто трындец. Зомбаки со всех сторон кричат. А сейчас самое интересное будет вот у Артема, где Артем едет, смотрите. Почему не тормозиться? А если я сделаю так? Вот, смотрите, мы сейчас въедем в пещеру, я тут обкекался пока. Вот, я свечек надел, чтобы зомбаки не появились. Ты сейчас врежешься! Ломай это! Бум! Во. О, как я головой сломал? О, да, ускорение пришло. Смотри, аккуратно, здесь где-то ведьма шляется. Пока там папа разбирается со свечками, я попробую сделать мега-моменты дрима. Первый мега-момент. Может, пока я буду с рельсами разбираться, ты там ведьму найдешь где-нибудь? Так я не знаю, где она. Посмотри, в дом ее сходи. Так я не знаю, где дом. Справа, вот как мы и ехали, там, где бы ты слез. Да, вот, с обратной стороны. Иди, короче, туда и ищи ведьму. А она там с черным котом шастала. Мне этот кот надо позарез, потому что я так их не видел, что поддельно спаунились. Они, наверное, спаунятся только с ведьмой такие, да, красивые черные? А, вот, нашел. Нашел? Да. Ведьму, ведьму нашел? А, ведьму нет, домик. А, домик, ну домик это неинтересно. Ведьму не смотри аккуратно, она где-то будет рядом. Ее нету. Счастливо. Они сами могут еще исчезнуть ведьму. Там с ней кот был? Кот, черный кот. Вот мне тот кот надо позарез. Он ее порезал на колбасу. А, нашел! Нашел ведьму! Ведьму? Сейчас где? Будет мега битва! Прыгай! Ой, подожди. Прыгай сюда! Себе. Ха-ха! Отойди, 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 пускай она приманится к тебе. Отойди! Там кот где-то должен быть, что он в лесу не потерялся. Мне долго идти надо. Что, все? Да. Делай эту качалку и едь. Да я так приду. Так уже. Придешь, ну ладно, давай. А как, ты же говорила, они не убивают до конца. Так она, блин, кинула не зелье вот это вот отравление, а именно, блин, зелье удара, которое наносит по два сердечка сносит. Поедем ты уже 6 штук потратил? Да, 7 штук. А, 7. 7 штук и рельсов. Да, рельсов нам не хватило. Вот так. Еще я где-то слизня видел, а нам слизень нужен. Да, кстати, да. Слизень, от него очень классные штуки можно делать, я посмотрел. Слизень. Я слизня вижу. Сейчас будет нападение из-под тишка. А ты сам не знаешь, что со слизнем можно делать? Да. Он развалился? Да. Знаю. Почему это я не знаю? Это каждый нуб знает. Поводки можно делать. Поводки у нас есть, лам. Мы насобирали уже целую кучу. На тебе, кранты! Бабах! Ой-ой-ой-ой-ой! Типа такая крутая, но не крутая. Иди туда. Она упала камнем вниз, прикинь. Прямо туда, в лаву? Да, в каньон. Вот и тебе не дадут ничего за это убийство. Так я ее сам скину. А опыт? Опыт-то тебе не дастся? Так сейчас я спущусь, заберу. Ну давай, тогда спускайся. Все, забрал. Блин, вот почему не добавили типа яркость от огня? Вот горит зомби, а почему огня не... Ой. Ну, то есть не прибавляется яркость. Ребята, пока Артем там чалится, я пойду в деревню. Схожу без него и все вам расскажу. О, смотри, смотри, разными цветами. Был спрут, он светился разными цветами, прям всеми. Сейчас он утопится, смотри. Не утопится, сгорит. А, блин, какой. Терминатор. Сейчас руку вытянет. Такой... Сейчас бы лайк вытянула такой. Все, дай мне рассказать. Вот, ребята, посмотрите, до скольки я достроил. Вон там он немного не хватило. Совсем немного. Нам остался стак сделать рельсов, чтобы полностью добраться до этой деревни на шестерешках. Что мы здесь видим? Мы видим морковку. А у нас нет морковки, представляешь? Нету. У нас на огороде нет, у нас же только свекла. Как? У нас же есть, ну, в инвентаре морковка есть. Я не видел, ладно, сейчас я посажу здесь немножко морковки. Ой! И остальное заберу к себе домой. Давай бежи в деревню, будем хорошо, уже спать. Хорошо, хорошо. Потому что... Темнота такая, сейчас пригоним к жителям всяких зомбаков. Сейчас и оп. Буду тогда помогать жителям защищаться от зомбаков. Не получилось. Итак, ребята, мы проснулись, встали и сейчас будем смотреть в нашей новой деревне, которую мы нашли. Смотри, прикол. Да. Ставишь здесь, а течет сюда. Так, ребята, смотрите, Magic. Какая кот, здоровая. Кот, кот. Где кот? Вот кот возле главной башни. Ты сейчас жителей распугаешь? Я хочу сделать экстренное собрание
нашелся кот. Да куда бежать, покажи. Да вот туда он бегает вокруг этого здания. Вон, дальше, 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 прямо. А все, нашел. Нашел, все, нашел, давай. Нашел. Экстренное собрание в деревне кот. Кот. Котик, котик, иди сюда. Ням-ням. Так а ты что? На шифте иди, на шифте. Да как тут можно бегать на шифте? Так ты не бегай, ты иди на шифте, и он бояться не будет. По этим кочкам невозможно его догнать. Он убегает? Да. Чё он так далеко убегает? Да тут по кочкам просто понимаешь, что тут же надо прыгнуть, а он, ты прыгнешь, он сразу убегает. Иди сюда. Не, ну ёшкин кот, стоять на месте. Да господи, что за кот, идиот какой-то, а не кот. А где тут зимние леса? Есть, есть, есть. Ое! Все, кот, за мной. А зимняя лиса теперь где? Кот, за мной. О, наконец-то. Морда полосатая. Вижу зимнего зайца. Какого? Зимнего. Зимнего? Белого? Да. Что мы сюда пришли? Пошли разбираться по деревне. Я забыл, где деревню искать. А я уже потерялся. Потерялся сейчас. А, вот. Нет. А, да, все, нашел. Оп-оп-оп-оп. Я на гриб какой-то большой забрался. О, смотри, лед! Е-е, дрифт. Лед, пошли деревню разбирать. Мы пообещали людям, что. Так я потерялся! Так, ребята, смотрите, какая это громадная деревня. Правда, у нее расположение очень плохое. Мне такое расположение не нравится. На горках, низинках, всяких деревьев здесь куча целая. Посмотрите, одна башня вон там вон стоит. И она как-то находится так, что она рядом с горкой какой-то стоит и. Горка это выше, чем эта башня. Посмотрите, она вспавнилась в эту скалу. Мы поднимаемся, и тут, во, просто огородик с клумбочкой стоит. Клумбочка. Так, там у нас свинюшка. Так, где жители? Моменты. Что нам жители могут предложить? Иди-ка кашечку. Сюда. Так, ты... О, вижу. 22 морковки и картофель. Ага, а, хорошо. Мимо. Нам надо, значит, делать картофель и морковку. Но картофеля у нас нету, мы его не можем купить. Поэтому, чувак, извини, нам надо делать что-то с нашим огородом. О, свекла! 15 свекол на изумруд меняет. У нас много свекол, у меня вот даже с собой 40. Мы с тобой поменяемся. Вот мне один изумруд, спасибо, дорогой. Второй изумруд. А, все, и больше так, не хватило. Так. Ты деревню все обследовал? Ну да. В сундуках полазил? Да, жестко, 2 алмаза. Ну что, побежали тогда домой, будем восстанавливать рельсы эти, пока ночь не поступила. Погнали, не восстанавливать. А не восстанавливать, да, доделывать, нам надо немножко доделать. Давай посчитаем, сколько нам осталось стаков сделать. 555, погнали. Уменьшается. 555, ну там, ну плюс-минус 100. Стак. Нет, 555 и 74, это 70 штук. Нет, это больше, ты что? Ну, 80, 90. Ну, да, 90 да, сделаем, да. Нам вполне хватит. Все, погнали. А ты эти штуки отсюда забирал? Качуки, качалки. Качуки там! Как думаешь, я попаду по этим штукам? Именно на дорожку на саму? Нет, думаю, промажешь и в болото шмякнешься. Ну? Точно, совсем упало, то чуть-чуть не хватило. А там прям реально на миллиметры было. А как кота взять? Он за мной телепортируется? Наверное, да. Смотрите, ребята, сажу кота. Раз, отъезжаю. А кот остается сидеть. Погазовали. Все, погазовали. Кот, я тут газую. Что, он тебе ехать не дает? Да. Все, побежали, кот. Да я опять упал. Я за тобой буду. Эй, котик. О, телепортировался. Молодец. Котик. Если я тебя потеряю, я буду злой. Есть. Мне такое чувство. А, все, догоняет. Вижу, догоняет кот. Крипер там. Офигеть, друзья, вот посмотрите, вот так вот смотрим. Мы вот вообще медленно едем, да? Отпускаем. Со скоростью света. Привет, котяра. Давай я тебя покормлю. Ты так далеко бежал. И тебе надо обязательно покушать. Похавай. Похавай, вот, родной мой, дорогой. Плохо, что курочки не ешь. Так, ребята, нам надо для... Ого, сколько много цыплят. Наверное, все не влазят. Жестко. Так, давайте посмотрим, что у нас можно сделать. Что мы там продавали им? Суп с котом. Нет, нам надо вот эти вот штуки, которые... А, еда у нас вся. Свеклу нам надо, свеклу. Свеклу, семена свеклы. Садим. Засадили. Вот, идем со мной спать на кровати. Я тебе разрешу спать со мной. Давай, заходи. Он сам телепортируется? Ладно, будем спать с открытой дверью.
Бамс. Он сам потом домой зайдет. О, все. Тебе понравилась наша сегодняшняя игра? Да, в принципе, мы нашли новую деревню. Почти до самого конца доделали нашу железную дорожку. Давай сюда, заходи на прошлое место наше. Будем общаться с тобой. Давай. Ты где? Хотя там надо рельсы показывать наши. И надо спросить у ребят, как же пользоваться этим черным старым... Старой рудой или старинной рудой. А, незеритом, как незеритом сделать? У нас два штучки, что из них можно сделать? Что из них можно сделать? Я вот, насколько помню, их вообще нужно было 4. 4 вот так вот кубиком ставишь, а все остальное золотом заполняешь. Ладно, друзья, на этом мы, пожалуй, вместе с вами закончим. Кому понравилась эта серия, обязательно ставьте лайки. Пишите в комментариях, как пользоваться незеритом. Точнее, как сделать этот незеритовый слиток. И всем пока! Пфф.